же. Паша, Паша, ух ты. Паша, Паша. Господи, что с ним? Паша. Вот, вот, Паша. Вот, вот, Паша. Паша. Тихо, тихо, тихо. Что, тихо, тихо, тихо. Паша. Ты что? Тихо, тихо, тихо. Все, Паша. Все, свои, Паша, свои. Паша, Паша. Ты что? Тихо, тихо, тихо. Все, 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 это я, Паша. Свои. Что случилось, Паша, а? Он упал. Упал. Все, все, все. Все, все, все. Ты что? Ты чего так испугался, а? Нас напугал. Ну-ка, ну-ка, дай посмотрю. Ничего, ничего, ссадина-то. Все в порядке, успокойся. Что, на водопаде тоже нет, да? На водопаде смотрели, нет? Следопытно. Привет. Привет. Я не мог уехать, не попрощавшись. Заходи. У меня для тебя подарок. Вот. Белый цвет, как ты любишь. Счастливой дороги. Спасибо. Не за что. Ну, я надеюсь, вы помиритесь с женой. Обо мне можешь не беспокоиться. Я тут познакомилась с очень приятным молодым человеком, так Мэри, что... Я скоро вернусь. Не явились. Представляете, Вадим Пашу по следу нашел. Где лазил, дебил? Ради бога, не кричите на него, он ранен. Я не кричу. Хорошо, вообще жив остался. Милая Лидочка, вы знаете, мы не нанимались к вам таскаться за ним повсюду. Извините. Весь остров облазили. Извините, просто извините, Лиз, вы говорите. Лиз, ну что ты вся в претензии? С утра по кустам бегали. Нашли же парня. Да он на другой стороне, у подножия горы нашли. Упал. Скорее всего, без сознания лежал. Хотя у меня такое ощущение, что долбанули им. Да ладно, кто тут долбануть-то может? Ну, не знаю. Просто когда все я пришел, что там? Какой-то такой перепуганный прям был. Хотя, хотя кто знает. Перед всеми следите за своим идиотом. Нашли, слава богу. Ой, Вадим помог, последно. Ой, ну видите, я говорил вам, все будет хорошо. Ну, что я говорил? На водопаде был? Вот так, а? Странно. Кто на тебя напал? Отвечай. Он вам не ответит. Он вообще не разговаривает. Вообще-то это странно. Он аутист, я уже 100 раз об этом говорила. Вот я и говорю, что это странно. Я училась в медицинском, и, насколько я помню, аутисты разговаривают. Значит, он такой аутист. Какой? Такой. Его отец – знаменитый актер Волженцев. А это здесь при чем? А при том, что это он мне сказал, что Паша аутист. И у меня нет оснований ему не верить. Это аутизм или что-то в этом роде толком? Никто не может поставить диагноз. Понимаете? Врачи теряются в догадках. Сначала все было нормально, а потом вдруг такая перемена, словно свет выключили. Если я понятно изъясняюсь. Да. Паша очень тонкая нервная организация. Думаю, только в этом дело.
От вас потребуется терпение. Разумеется, соблюдение конфиденциальности. Мы с женой публичные люди, и нам не хотелось бы, чтобы информация о болезни сына стала достоянием гласности. Это, надеюсь, ясно. Да. В резюме сказано, что вы учитесь в консерватории на вечернем отделении. Это хорошо. Хорошо, мы музыку любим. Там также сказано, что у вас нет семьи. Вы что, совсем одна? Да. Ну что ж, теперь мы станем вашей семьей. Надеюсь, вам у нас понравится. Да. Лидочка, а что вы все да, да, да? Вы другие слова знаете? Да. Знакомься, это Паша. Очень приятно. А это кто? Здравствуйте, меня зовут Лидия Алексеевна. Но для вас я могу быть просто Лида. Мне кажется, он меня понял. Это он только кажется. Ой, нет, 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 пожалуйста, только не это. Паша, иди к себе. Деточка, ну что же вы меня так пугаете? Я обыкновенный человек. Просто иногда снимаюсь в кино. Я смотрела все ваши фильмы. Что вы делаете сегодня вечером? Что? Что? Ну-ну, смелее. Ничего. Представляешь, наша новая гувернантка решила, что я ее куда-то приглашаю. Все гувернантки и кухарки влюбляются в тебя, независимо от чаевых. Я дарю им мечты, и за это вынужден терпеть их любовь. Ты лучше скажи, как Паша ее воспринял? Да никак. Господи, как я устала. Ты знаешь, только на съемочной площадке я чувствую себя счастливым человеком. А приезжаешь в дом, видишь собственного сына, вот такого. Это как оплеуха. Смотри, что у нас тут. Блины. Паш, ты с чем будешь? Есть сметана и джем. Паша, ты тарелку разбил. Боже мой, как же это вкусно. Кто готовил? Мы с Савелием Тимофеевичем. Ну, это готовила Марья Ивановна. Меня так кто-то на подхвате. Пошел. Куда-куда? Дело молодое. Поел и на боковую. Я не пойду его больше искать.
Я, Марья Ивановна, человек сугубо военный, но тоже могу блюдо приготовить, пальчики оближу. Да? Да, вот только бы морских гадов наловить. Значит, надеюсь, что мы морских гадов будем есть сегодня на берегу, в ресторане. Таким вот образом. Вашими устами да мед пить. А вы здесь видели хоть один самолет или корабль? Ну что, сейчас нету, через 5 минут будет. Сейчас возьмем пилу, топор, спички, и все на берег, сжечь костры. Топор и пила останутся здесь. Это почему? Крышу надо крыть. Послушай, идиотизм какой-то. Ты что, действительно здесь жить собираешься, ну? Я здесь жить не хочу. Ну, боюсь, придется. Ну так. Парень сдулся. Сами вы сдулись. Ну, знаете, я, по крайней мере, истерик так не закатываю. Неужели? А вы все время в ней находитесь. Не отличишь? Петя. Что, Петя? Я прошу прощения. Я вот что хотел предложить. У нас есть два пути. Первый. Бросить все силы на то, чтобы выбраться отсюда. И второй, попытаться выжить здесь. Я предлагаю разделиться. То есть, вы отвечаете за наше возвращение, ну, а я, соответственно, пытаюсь создать минимальный комфорт здесь. Ну, вот это хоть как-то разумно. Объявляется набор в отряд спасателей. Да. Меня слушают. Что? Как погиб? Почему? Что ж теперь делать? Меня спрашиваешь? А кого мне еще спросить? Вы же исполняющий обязанности. И что? Господин Быков, Геннадий Борисович. Ну да. Пройдемте с нами. Чего это? Нам все объяснить. Чего это? Да руки уберите! Да убери, больно! Все. Я когда из армии пришел, Машу увидел и сразу понял. Ну, знаешь, как в книжках пишут, судьба единственная. Она скромная была, не набалованная. Повезло тебе. Повезло. А путевку нам сын с невесткой подарили. Деньги копили. Кто знал, что такой оборот получится? Сейчас мучаются, наверное. Получается, если она пропадает без вести, я вступаю в наследство, так? Да, но по закону через 3 года. Но мы вернем все, что и полагается за эти 3 года. Конечно, все честно конечно. Вернем. Заволновался. Конечно, вернем. Ну, поехать согласиться в том случае, если мы все это красиво обустроим. Ну, допустим, ну… Да, организуем турфирму. Какие проблемы? Вот. Зарегистрируем сейчас. Сделаем тур по индивидуальной программе. И будем искать кандидатов. Двое, кстати, уже есть. Кто? Твоя и Альберт.
достал уже, мать. Пьет и пьет, пьет и пьет. Она переживает, у нее сердце бухает и бухает. Ну, я понял, достал. понял, подожди. А где остальных людей будем брать? Ну, а как это бывает? По цепочке? Один сказал одному, другой третьему. И понеслось сарафанное радио. Не, мысль неплохая. Только дело подсудное, Ген. Да, дело подсудное. По-моему, вымогателя нашего генерального назначен. Если что, он и сядет. А как все закончится? Фирму ликвидируют. В конце в воду. Родственнички по-любому возникать не будут, ты же понимаешь. Эй, вымогатель! Иди сюда. Юрий, мы с Андреем Сергеевичем открываем сейчас новое направление – турбизнес. Вот и хотели бы вам предложить встать на пост генерального директора. Как вы на это смотрите? Неплохо. Сколько? Деловой человек. Помыть. Я помою. Рисуй. Рисуй. Ровно год на острове. Что там? Паша нарисовала иероглифами. Ровно год на острове. А вы уверены, что там именно это написано? Я абсолютно уверена. Что? Паша нарисовал иероглифами. Ровно год на острове. Нет, он не знает этот язык. Паша, пойдем. Ну, Вероника, здесь вряд ли иероглифы. Это какие-то каракули. Я сама видела, я прочитала же эту фразу. Ровно год на острове. Вы перестаньте это повторять. Перестаньте, что понятно? Что случилось-то? Ну ты посмотри на это ненормально. Андрей, я не сумасшедшая. Паша написал иероглифами. Ровно год на острове. Ну где иероглифы? Где? Нету иероглифов. Да он их зарисовал, зарисовал. Тихо, тихо, успокойтесь. Ну почему вы мне не верите? Я тоже видела. Ну вы видите всегда что-нибудь. Я вижу и видела. Мы отсюда не скоро выберемся. Все, хватит. Хватит каркать, понятно? Замолчите. Достало уже ваше внутреннее зрение. Я не хочу слушать больше этот бред. Не хочу. Хочу домой. Это все ты. Все ты затащил меня в это чертово путешествие. Все мои беды из-за тебя. Вон тебе, старик, ну что ты в самом деле, а? Ну, не могу я. Ну, неудобно как-то, понимаешь? А? Жалко ее. Ну, человек готовится, там, платье она себе подбирает. Вечером хочет в ресторан сходить, понимаешь? А я как последний подонок. В ресторан она хочет ходить. А кто у нас первый подонок? Кто тебя фирму хочет отнять? Она тебя в угол загнала, ты даже этого не чувствуешь. Жалко тебе, очень умно.
Да я понимаю, что не умно. То, что выхода у нас другого нет, я тоже понимаю, но... Ну, не могу, понимаешь? Ну, не могу. Я как-то, понимаешь, жалко мне ее. Вот и все. Ты давай мне только это, без рефлексии. Мы здесь никого не убиваем. Просто поживут на острове 3 года, ничего такого страшного не произойдет. Отдохнет хорошо. Дай посмотреть. Перелома нет. А вдруг дай, говори. Если вдруг, вызову скорую. Паспорта и багаж нашли в бухте недалеко от порта. Затем в океане нашли обломки катера. В сущности, шансов на спасение ни у кого не было. Турфирма тоже пошла ко дну. В каком смысле? Фирма однодневка была и нет. И вот именно это обстоятельство, мне кажется, наиболее подозрительным.
Что тут подозрительного? Ну как же, у Коморьиных жены и мужа наследников не осталось, а вы? Исполняющий обязанности генерального директора, да? Я правильно понимаю? Неправильно. У Андрея есть ребенок от другой женщины, которого он усыновил. Поэтому наследник есть. И уж поверьте мне, никакой выгоды от гибели Коморьиных не было. Вообще я не верю, что он погиб. Я поэтому сам туда собирался поехать и во всем разобраться, а вы мне не дали. Сомневаюсь я, что у вас это получится лучше, чем у местной полиции. Да местной полиции плевать. Вы говорите, они прочесали океан в радиусе 1,5 километра и на этом успокоились. А надо 2. Именно 2, да? Господи, да я вам в принципе говорю, 2, 3, 5, неважно. Вы бы лучше о матери своей позаботились. Да-да, отчим-то ваш тоже в этом круизе был. А что, если никто не прилетит? Такого не может быть. За мной по-любому прилетят. Ну, предположим, искать-то будут. А если не найдут? Что за пессимизм, а? Просто хотелось бы знать, на каком мы свете. Я, например, на этом свете. А вот ты, кстати, со своим кашлем. Непонятно каком. Отстань. Знаешь, ты мне не тычь. Мы с тобой на брундершафты не пили. Слушайте, а я поначалу думал, что это у вас образ такой, имидж. Хамовато брутальный политик. Индюк думал, в суд попал. Ну, вот, а оказывается, просто натура такая. Натура? Какая есть? На базар не несть. Это так моя бабуля говорила. И моя бабушка точно так же говорила. И чё? А ничего. Через плечо. Не горячо? А у меня-то вот чё. Не собираюсь. Не знаю. Мало ли кто по ночам здесь ходит. Туда. Может, вы все там и привыкли жить в своем сарае, но здесь этого не будет. Чего это я привыкла жить в сарае-то? Туда. Тоже мне фифа городская нашлась. Ничего, потерпите меня пару... Да что ж такое? Потерпите пару дней, а потом я уеду, блин. Будете жить со своей козой, как хотите. Сама же завтра первое молока попросит. Прекратите! Мы привяжем вашу козу к пальме. В село. Ничего, давно пора. Это ее к пальме надо привязать. Андрей! Люмкина, быдло. Не дай бог таких соседей мучиться потом с ними всю жизнь. Пойдем, 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 пойдем. Бери бяшу свою, пойдем. Пойдем. Иди, иди, милая. Пойдем, пойдем, пойдем. Бери. Представляешь, нас не спасут. Нас не спасут. Что ты такое говоришь-то? Как мы с острова тогда выберемся? Никак. Ты совсем дурак. Сучка. Thank you.
говорю тебе. Ты не расстраивайся. Обмен, Игнай! А что не порядок? Нас четверо, а бутылки три. А четвертое на утро. НЗ! Давай, бас, бас, давай! Давай, бас! Давай, давай, давай! Николай, ты куда? За дровами! Смотри, чтоб паук в жоп не укусил! Что ее молоко можно пить? Бесподобно. Попробуй. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Сильно рискуете, молоко вряд ли пастеризованное. Тем вкуснее. Попробуйте, это вкусно. О, нет, я воздержусь. Я лучше по-простому. Что там на нас сегодня? Опять рис с консервами? Рис уже готов. Просто я не знаю, удобно есть без спасателей? А вы всегда едите со спасателями? Боитесь подавиться? Маша имеет в виду, что мы один коллектив. Это я больше всего ненавижу. Пожалуй, схожу за ними на пляж. Андрей, я с тобой. Да, и мы тоже. Каморин, я хочу есть, а не гоняться за всеми. Стойте. Его. Его. Кем вам приходился Андрей Каморин? Он отец моего ребенка. Тело не нашли? Тело не нашли, но... Обломки катера, чемоданы, документы, личные вещи о многом говорят. Он не мог так с нами поступить. Он бы не бросил нас с Сашенькой. Я не верю. Не может быть. Вот, возьмите. Попейте, успокойтесь. Нет. Скажите, пожалуйста, а законная супруга
знала о вас. Что, простите? Законная супруга. А вас знала, я спрашиваю? Он хотел с ней объясниться во время круиза. Я думал, в круизе люди отдыхают. У них были сложные отношения. Я понимаю. Ничего вы не понимаете! Ничего вы не понимаете! Я потерял любимого человека! Это вы понимаете? Ну... Полиса с кастрюлями — это глупо. Они работали всю ночь на пляже, проголодались. Горе, спасатели все равно никому не спасут. Ну зачем вы так говорите? Они наша последняя надежда. Надо же хоть что-то делать, правда? Самолетов не видно. Я вот думаю, нас же могут заметить из космоса. Да кто нас может заметить? Кто? Космонавт. Вы не знаете, сейчас есть кто-нибудь на космической станции? Ну скажи, у нас есть кто-нибудь на космической станции? У нас нет никого на космической станции. Нет, я серьезно. Даже если на станции никого нет, спутники ведь летают, и все видно. Например, пробки в Москве. Пробки в Москве интересуют миллионы людей. А этот маленький остров в Тихом океане, кому он нужен? Надо, чтобы случилось что-то очень серьезное, чтобы он кого-то заинтересовал. А я говорила, что костер нужно выкладывать в форме слова «сос», а не как сейчас парить без ума. Ну, конечно, это женщина сказала, зачем ее слушать. А так сейчас попадет такой снимок в руки специалистов, что они подумают, что какие-то придурки жгут костер, горланят песни. Стойте! Он умер? Альберт Николаевич! Альберт Николаевич! Альберт Николаевич! Больно! Живой! Больно! Живой, 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 живой. Что произошло-то? А, теперь понятно, что случилось. Они напились и подрались. Отходничок? Да. Марья Ивановна, Марья Ивановна. Ой. Чё? О, Ник, понял? Он нажал какую-то вот точку вот здесь, и боль сразу прошла. Стоп. А где она? Кто? Бутылка. Непочатая. За поясом у меня была. Да вы выпили ее, наверное. Да нет. Ой. Мы выпили другую. А это последняя. Непочатая была. Осторожно. Вот здесь вот, за поясом.